Самая твоя дорогая покупка в жизни. Квартира. 35, 38. Камри. 2,2. Кроссовки Прада. Я думаю, столько школьники не зарабатывают. Ну, да. А купли вот эту, ебать, за 50 тысяч, и плюс пиджак еще 3 за 37. И ту на свадьбу ехал, и уже купился. Ну, красиво. А, айфон тогда получается. Лагаша в Ростов привел, блин. Стоил тогда 3 евро. 4 миллиона евро. Я это трансфер делал. На самом деле у Джона машину врал. Солидно. Вообще чуть наврал. На Мальдивы дороже, чем айфон стоит. Надо цену сказать. А это налоговая бизнес? Нет. Ну, айфонов 7, наверное. 8.